сработало. Милая твоя история. Привет, ребята! Это канал Милая твоя история. Меня зовут Миланя Ангел. Ребята, вы любите единорогов? Посмотрите, сколько у меня их много. Ребята, смотрите, как он умненький, толстенький. Смотрите, у него какая розовая грива. Смотрите, локто залозенький. Смотрите, он, мне кажется, спит. Смотрите, у него закрытые глазки. Смотрите, у него тоже фустик розового цвета. Лапки розового цвета. Смотрите, у него тут какая-то птичья маска, звездочки, сердечко, щечки. Он сам делает. А это единорог Пикни-Попс. Помните, ребята, он пахнет ванильный и сладкой ватой. Смотрите, у него тут лук. Вот такой золотой, лапки золотые. Тоже лапки золотые. А волосы у него, видите, разного цвета. Как Лаймбудес, он сам беленький. У него глазки вот такие вот. Как вкусно пахнет. Ребята, они подложились вместе. Они все время все вместе делают. Вместе глазки. Видите, они оба белого цвета. И они мне так нравятся. Ребята, а у меня есть еще розовый единорог. Посмотрите, он голубыми крылышками. Видите, ребята, с розовыми усками. Лапки фиолетового цвета. О, голубой тоже как лылышки. Фостик такой вот лазоцветный тоже, как у нас вот эта седина. Тоже тут такие волосики. Ребята, он необычный. Вот такие глаза вот. И он может повосяться вот так вот. Хоп. Ребята, посмотрите, он любит яблочко кушать. А обратно повосять сердечко. Он, наверное, любит любовь. Смотрите, даже на чучках у него такие сердечки такие. Ребята, до него мне хочется найти друга своего, чтобы они тоже вместе лузили, играли, убивались. Я знаю, что делать. Ребята, давайте этого единорога посадим в яйцо. И пусть он закроет глазки и загадает себе нового друга. Малыш, ну как ты себя чувствуешь там? Удобно тебе? Ребята, ну это не простой дом. Это дом единорога. Если мы пойдем за вот этот лог, тогда его желание сбудется. И у него еще будет один лук. И они могут вместе лужить теперь. Ребята, тем. Закрываем глазки и верим. У нас еще один лук есть! Смотрите, он в голубом луге. Смотрите, какое сердечко беленькое. Смотрите, какой большой лук у нас появился. До него. Мой хороший, ты лад, что до тебя появился новый лук. Давайте его скорее откроем. Ребята, если мы пойдем на вот это сердечко, тогда... появился любимый продукт. Вот это единорожки. А еще, ребята, есть тут маленькие малыши. Видите, какие они миленькие. И они могут быть редкими или нет. Если лук будет блестящим, настоящими блестками, значит, это редкий малыш. Так, открываем замочек. О! У нас еще послон. Это мы его у нас показали. Давайте посмотрим, какой любимый продукт. Косточка! Давайте ее полностью. О! Нам что ли попадется щенок? Ребята, давайте открывать крышку. Это самое главное. О! Работала! Видите, он облизывается такими усками. Вот, видите? Ребята, смотрите, у них разные логи. Смотрите, теперь у нас до этой единорожки есть друг, собачка.
такое. Идите-ка, давайте его. Ребята, что-то гигантское. Еееей! Ребята, у нас попался самый редкий малыш. Блестящим логом. Вот. Я его сейчас найду. Вот он. Наш малыш. Ребята! Этот домик еще может быть до него. Вот так вот. Его можно сюда посадить. И хоп. И это он поможет спать. Это домик. Какой низенький. Я тебя люблю. Ребята, посмотрите, какой у него лодчик. Язычок выглядывает на лузу. Смотрите, глазки у него тут голубые. Один глазик голубой соски, а второй золотой соски. Видите, ребята? У него узкие, золотенькие. Вот они. Уф-уф-уф-уф. Ребята, а колышки тоже золотенькие, видите? Он, наверное, любит летать. Даже хвостик есть. Бок у нас серебристый. Пузико у него же серебряное. Тут вот тоже все беленькое. Помолите, лапки эти розовенькие, видите? Покажи свои лапки, ребят. Смотрите, как у совы такие вот лапки, вот тут вот. И тут тоже как у совы лапки. Хотя это же щеночек. Ребят, смотрите, он тоже с волосами такими. А на хвостике нет таких вот. Смотрите, у него тут такой носик, ребята. Не, он так нравится, а сам он весь в скулке голубой. Он сам весь голубой, ребят. Напишите в комментарии, вам когда-то попадался щеноклик, зайчик. А вот это так сусал. Можно сделать, как заколочка, видите, ребят? Хоп, и вот заколочка у него. А еще это так сусал можно для пузика сделать. Ну как вам, бесящий животик собачки? Видите, такой вот животик бесященький. Даже миленько смотрится так. До него даже можно так сделать. Видите, они оба сделали. Вот. Видите, теперь они у нас будут. Вы. Ну что, ребята, подружитесь? Дашли, как тебя зовут? Я собачка, я единолог. Молодцы, вы познакомились. Малыш тоже хочет с ними подружиться. Смотрите, как он миленький, золотенький. У него голубой лоб, блестященький. Мне кажется, это тоже собачка с такими узкими крылышками. Видите? У него глазки и тут вот стал звездочки. Смотрите, ему туда же есть такой хвостик, как сердечко. И узкий тоже, как сердечко. Смотрите, он хочет куда-то забелиться. Вот, держи, забирайся. Он забрался. Иди, папа! Ребята, я вам желаю огромного поцелуя единоложка. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал Милая История. И увидимся в следующем видео. Чмоки-чмоки, анимашки! Ha 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 ha